А все это сделано для того, что поменяла прокладки поддона, нижнего, верхнего, а масло. Сейчас покажу. Все так же и течет. Вот они, прокладочки тут старые. В общем, сразу не снял защитные кожуха с ремня ГРМ и не посмотрел, в каком состоянии масляный насос. А масляный насос, точнее его прокладка, в печальном состоянии. Как видно, все в масле. Необходимо менять прокладку. Так что собрал и теперь опять все разбирать. Прокладки заказаны. Буду заново все скидывать. Тут также и менял прокладку сверху у развали. И там текло. В общем, течет отовсюду. Точнее, текло. А сейчас надо еще поменять на масляном насосе прокладку. Вот такая вот печалька.